Что такое кандидоз? Кандидозный стоматит – это страшнейшее заболевание в плане боли, что начинает происходить. То есть у человека начинает вот просто вот слизистая оболочка рта отслаиваться таким образом, и там вот этот обнаженные просто нервные окончания, и человек не может даже воды попить, даже комнатной температуры, это доставляет просто невыносимую боль. Но обычно такие состояния уже, конечно, у людей, у которых очень серьезно понижена иммунная система, по типу ВИЧ-инфицированных, да, но если вы периодически, постоянно, да, долбите свою иммунную систему, то здравствуйте, приехали, а в конечном итоге это может привести к, в том числе, и к кандидозному стоматиту. Бороться с ним очень сложно.